Коротенький ответ на то, сколько электровелосипед проезжает и сколько потребляет. У нас есть аккумулятор, у нас на 15 ампер часов, на 48 вольт. Есть вот такое устройство, это розетка с функцией измерения потребленных ватт. И даже можно стоимость тут вводить и посчитать. Вот на таком аккумуляторе на фэтбайке я проехал порядка 30 километров. Это большое сопротивление качению, широкие колеса, колеса приспущены, минусовая температура и очень плохие погодные условия. То есть легкий минус, плохая дорога и так далее. То есть 30 километров я проехал на 15 ампер часах. И зарядил я его примерно на 780 ватт, то есть 0,8 киловатт часа. Это примерно 4 рубля. То есть можно говорить о том, что 30 километров стоит 4 рубля, соответственно, 100 километров будет стоить там, ну, меньше 15 рублей по зарядке такого аккумулятора.